Тута. Тут точки. Так. Пинг посмотрим. Ну, меня сейчас все равно что-то закидывало на этот, на EU-шный сервер. Я закидывал с пинга. Да. При том, что у меня выбрато все NA, как бы. Ну, интересно. Ну, типа, на NA может и EU просто челики играют. Ну, типа, еще ближайшее. Хуй знает. Витя звонит. Разомнитесь как следует. Скоро начинаем. Ну да. Я уж напин. Противник высаживается в районе операции. Высаживается в районе операции. В норме. Боец, отметь точку высадки для команды.
Есть такое, ну, есть такое. Челобасами не добавили. Но у меня есть, если что. Противник высаживается в районе операции. Над нами вражеский ППЛА. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Роман, ты не переживай за тебя завтрак. Ну, приятно, это получается. Приближается вражеский солдат. Задержка, конечно, прикольная, бля. Я у него хоть стрелял, бля. А, у него я, бля, мимо стрелял, я только начал. Прикольно. Не, у меня на этом сервере попинка не будет. Не, у меня пинг сотка, только флешбеки. Ебать. Только я в людей стреляю, им похуй. Господи, байдер какой-то. Блять, серьезно? В районе операции. Враг запустил ЭПП. Мы на виду. Mm.
блядь, АМС такая ходит, да. Пиздец. Mm-hmm. Просто в перекрестке попадаешь, все, блядь. Так. Сейчас перезайду. Не знаю, уже написал модеру. Смотрим, что ответит. У нас 12-й склад. 12-й? По-моему, 11-й. Номер 12. Ну, в смысле, а где ты увидел? А, ну это в этом. Типа. На буме. Ну я. Это то, а, уже 12-й, а был 11-й. Да? Я перепроверял. Ну да, я когда вот контек менял.
Понял. Минут 15 назад у нас был 11. Я не вижу ваших рук. Так, подожди. Вау, снизь лично. Так, там-то 12. Кстати, апдейт, по идее, будет в 10 утра. Да. Ой, что-то еще не проснулся. Роман, Роман, да, ведь? Так это, кофейка выпей. Надо бы. А, СТП. Синон дропсит 11. Да, 10 утра получается. Да. Девять ноль ноль по Москве, предзагрузка. Да, Квина, мама. Квина, мама. Алло, мне скучно без вас. Зашел вас повеселить. Ты меня уже повеселил, ебать. Я просто на себя энергетик вылетел только что. При Волкер. Угу. Девять по МСК начнется перезагрузка и масштабное отключение и помехи в серверах. Та-та-та. Да я почитал уже, почитал ты. Мог бы спросить. Вкусняшка. Роман, очаровашка. Вкусняшка. Но, кстати, знаешь, Вить, там написано в почтнотах, что они нерфанули дробаши вот эти вот. Так что, возможно, они не настолько зафакапят, как я думал. А, я не знаю, мне все равно. Я играю в Warzone так. Вот раньше я сидел в нем. Вообще во всем виноват Роман. Согласен. А я пошел покурю. Куда ты пошел покурю? К окошку. Общайся со мной. Что там, у вас все нормально? Орехнули вас? Виталь. Ну, меня только что добавил админ, друзья. В батлнете. Хорошо. Виталя? Ау. Телеграм далеко? Не, под рукой. Выруби звук на у себя микрофон. Окей, сейчас я.
сделано. Да. Оля, бля, пиздец, я энергетик на себя пролил. Все, давай, дядь, мы там джониться сейчас будем. Спасибо, не черт. Ромчик. Самое главное забыл сказать. Независимо от результата, вы в моем сердце чемпионы. На, спасибо, дядь. Выложитесь на максимум, и я топлю за вас. Давай, бро. Смотрите, так. Я сижу с вами до конца. Все, мальчики, не пухо вам, не буду вам мешать, давайте. Давай. Обнимаю вас, хрип. Наш отряд занят, как вы. Тинти-12 у нас. Ромыч, я в 24-м, 24-й джонился. Давай, только тут типа это... Наш заняли. И чё, на 24 менять, получается, или чё? Да не меняй это на 24, просто... Ну, я понял. Просто я понял. Пойду конфетку уебу. Чё там на дискорде? Блять, ладаут не забудь сделать, Ромыч. Ладаут? Тоже ладауты отдельные. Да, тут ладауты отдельные. Изменить комплект. Ну, у меня комплекты стоят. А, все, вижу, не стоят. Сейчас сделаем.
радио. Все, я запилил лодаута. Так, мне надо будет еще сделать гастам. Лобби закрыто. Что? Что за? Ебать. Лобби сейчас. Так, прыгай 12-й. А, все, уже 12-й занято. Заебись, блять. Ногу опять 24-й.
Парам-парам-парам-парам. Ну, я вроде бы тоже настроил. Вроде бы. Так. И еще я рядом мониторю все. Я не докурил. Окей. Ой, соненько. Ну, сейчас скоро запускаться, походу, будем. Скоро запустились. Да, я вижу. Ну что, ты готов к великолепному пингу? Проверьте снаряжение. 184. Ебать, сейчас будет весело. В кавычках, да. Противник высаживается в районе операции. Но мне кажется, они тоже охуели. О, прицел поебал. Да, у чела 31 просто пинг. Противник высаживается в районе операции. Весело. Так, че, куда? У нас три катки есть, получается. Игры закончились. Отправляемся, братан, в Мордл. ЛХФ с таким нам пингом. Ну да. Держимся, ну, играем. На позитиве. Так, смотрим. Клубки, смотрим. Променаде нихуя нету, есть вот здесь лупка. ТВ-шка лупка. ТВ-шка есть лупка. ТВ-шка, скорее всего, полетят. Сейчас посмотрим, сколько выйдет. Да, сейчас будем смотреть, куда полетит. У нас есть дрон там. Лобби пиздец, человек. Вот здесь есть лупка. Газ распространяется очень быстро. Перейдите в безопасную зону. Пусто, никто не... А вот, нет, вышли. Один схват только ушел, пока что. Го налево. В порт. В порт? Да, в порт. Падает вот сюда, челики падают. Вау, у меня метки не ставятся. Я беру лупку, ты готов сейчас следующую играть? Давай. Иду! Обнаружен ящик с припасами, отмечаю координаты. Ух, как холодно с утра, да? Посидел с открытым окошком. Блять, у меня не подбирается. Ну, я прям уже чувствую задержечку такую. Пиздец, какая задержечка. Надеюсь, мы у них тоже будем лагать, блять. Пошел на Занакс. Бля, а можешь метки убрать, пожалуйста? Контракт мародер, я. Ну, с одного тебе надо убирать. Я возьму. Забудь. Так, бабуля есть. Как тут, блядь, собирай сейчас лупу. Ну, да, сейчас. Где тут лестница или что-то такое? Какая-то. А вот. Да ты у меня тут бутался, да? Ну, наверное, да. Цели обновлены. Выдвигайтесь дальше. Бабло есть. Арморы вот там лежат. Я иду туда. Вот арморка. Нашла броню. Ну так, годно закупка. Нихуя, я нашла через броню. Дверь насквозь прошел. Ты чё? Чувство ганфайта будет веселое, бля. Я на магаз. Ну, я тут. Я тебя жду. Да, похуй. Кинул денежку. Прям на плейсмент. Да, всё, блин. Денежка на магазе. Угу. Активная защита установлена. Трофейку поставил. И БПД. Посылка с комплектом. Ну, а понятно, уже в пути. Сразу?
Да, да, просто да, да. Разведку с воздуха! ППЛА входит в район операции. У нас никого, окей. Ну, по крайней мере, так кажется. Так, я пошел лупку брать, точнее, довыполнять. Ну ладно. Демон, да. Уже кто-то разъебался. Внимание, ППЛА, топливо на исходе. Иду на базу, на дозаправку. Там ликвид есть на синем маркере, Ромыч. Че, сейчас будем поднимешь? Ликвид делать? Хе. Ну, давай. Он нам, по крайней мере, покажет, где таргет ближайший. Давай. Ты же не забывай, что кроме того, какого выполнить. Контракт выполнен. Все ящики снабжения найдены. Так, я выкинул арморы. Вот здесь 5 штук. Нашла броню. Да, у меня, в принципе. Машина? Машина. Понял. Ух, как она столько лагает. Вышли? Вышли. Да. Я наверх поднимаюсь. Внимание, на вас охотится команда противника. Они у тебя где-то вышли, да? Нет, вот там, где машина стоит, там они вышли. Я пока на рыбе тут сижу. Я перебегаю. По датчику не пингуются, они, возможно, гасты. Да. Я с ним забрал. У меня. Выбало. Хорош. Он сразу умер? Да. Это ты, господи. Тихо. Ебать, ты пугаешь меня. Да, господи. У тебя защитка есть, нет? А ты ликвид взял? Или нет? Да нихуя, челик же подъехал, я сразу сюда пошел. Сейчас возьму. Нам куда спешить, довези. Нам куда спешить, да. Кого-то слышал. А может быть и нет. Может, может быть. Так, я пошел за Солфачанским. Ну, а я тоже возьму пойду. Или я бабку могу взять? Бабку, я думаю. Или тебе скину еще денег на сел. Давай. Так, ты защитку не находил, нет? Не, у меня нет. А ну-ка, сейчас может наверху тут есть. Пошли наверху. Будем не торопясь играть. А мы... ну, некуда, блин. Дебилы с пингом. Это точно, блядь. По-другому и не скажешь. На сзади, на сзади. Где? Наверху, сзади, позади меня был. Я хилюсь. Наверху он. Один прямо. Ага. Одного одного. Он нокнул, я тоже нокнул. Убивай. Селфаки. Тут подгузник есть.
Так, а где тут чай? Посылка с комплектом уже в пути. Пошли на ликвид. Пошли гостов, наверное, возьмем, а потом ликвид. Не будем торопиться. Надо было. Над нами вражеский ППЛА. Сейчас все бэбки будут юзать. Я рядом с вами. Безопасная зона сместилась. Обрати внимание, где сейчас ликвид. Не туда. Так, смотри, я первый сейчас беру. Гостов, давай, хотя давай. Тут вроде как. Да хуй его знает, может сидят где-то, блядь. Взял? Может и сидят. Я... Да, я взял. Открывай. Время истекло, задачу не выполнил. Сейчас следующий ликвид возьмем. Да. Цель на ликвидацию подтверждена. Разберитесь с ней. Сидят. Потихонечку. Далеко. Ну эти-то у нас ближе уже. Но эти уже на госпитале были, если что. Пошли к магазинчику, сейчас возьмем бэпочку. Да, ну, я, кстати, нашел бэпку. Я тебе сейчас деньги дам. Нам все равно зону ждать без всякую хуйню. Я пока поднимаюсь на крышу. На крышу? Ром, бэпку возьми. Нет, я тебе выкинул деньги, возьми бэпку. Да, а сейчас вот поднимусь. Сейчас... Ну, окей. Деньги на магазине, короче. Да, понял. Осторожно, газ приближается. Так, на датчик у меня никого не пинговал. Не забывай скрины делать. Скрины? Ну, после игр. Либо выводить нельзя. Челы сидят в домике. У меня там ни хрена не прорисовывается. Можешь дать одну бэпку сейчас, кстати? У меня на одну и хватает. У меня одна только. А, понял. Да, блядь, или сейчас гастами. А, сейчас выкину тебе. Выкинешь? Будь здоров. Блядь, я чихнул бэпку нажал, сука. Блядь. Рафлан. Так, ну мы почти в центре зоны. Да, и сидим, подождем, нам куда идти-то? Типа, я хуй его знаю. О, уходит. Там распех идет на госпитале. Главное, слушай, чтобы тебе в спину не поднялись. Дал пару мородному. Парашютист летит, Ром. Да. Противник отмечен. Снова 58 людей alive. Справа, прошу сесть, вертолет. Забей, не трать патроны. Задача не выполнена. Так, я... Машина. Где? А. Вертолет взяли под нами. Там ебутся. Сломал. Точка. В укрытие. Точку дали? Да, точку. На нас. Ты громче предупреждай. Ебать, и так нормально. Ну, в смысле, взял погромче меня. Машина. Иду туда. Он один ездит, нет смысла стреляться сейчас. Так, те на стакан сели. Блин, ящик с боеприпасами бы купить. Ну так-то да.
Так, я пошел по кавере, мне ликвид возьму. Обнаружен контракт на ликвидацию. Ну ладно. По кавере, поаккуратнее чё. Ну, нужно просто прочекивать территорию. Ты понимаешь, где челики. Че, может, патрончики и бабки найду, посмотрим. Внимание, газ! Найдена новая безопасная зона. Так, тачка. Одна тачка едет. У нас челики вот здесь. Иду туда. И тачка проезжает. Покоцало. Может, сейчас можем ликвид принять. Он вертолет? Вертолет аккуратно. Я поднимаю еще. Что, блядь, этот ебаный вертолет? Машина, блядь, забагована. Ну, забагованная. Присажен сюда, Даля. Вот там люди еще на синем где-то. Вертолет. Так, стреляет. Смотрим, как нам двигаться. Блять. А не, вот он. Противник отмечен. Так. Вертолет летит. А что, выходит там? Дал пармару. Они по низу пролетают. Приближается газ. Что эти дураки делают? Так, они заняли верхушку, мы отсюда съебаемся, Ром. Пошли внизу. Пойдем. Возьмем армор бокс, ама бокс. Потому что патронов на снайперку вообще пиписька. Хотя нет, давай лучше бэп, хватит патронов. Прикинул. У меня одна есть бабка. Тут две уже лежат бабки. Дать. Одну юзанешь. Запрос на разведку с воздуха. ППЛА входит в район операции. Все. Пошли под стадичем, будем двигаться. Погнали. Так там поле потом дальше от стадича. Ничего, мы обойдем. Активная защита установлена. Я быковать не хочу, там он R9 стреляет. Да типа быковать с нашим пингом вообще не выгодно. Внимание, у БПЛА топливо на исходе. Иду на базу на дозаправку. Только когда... Минфауэр, заряди себе вайерку. Только смотри, рекойл будет бешеный. Но урон будет при этом бешеный. Mm-hmm. Двигаемся дальше. Время выполнения контракта истекло. Мы двигаемся. Да. Тихо. Есть. То ли над нами, то ли под нами. Подсканил нихуя. Сканил. Я слышал по звуку. Я понял. Слышишь? По-моему, под нами. Я не слушал. Я на опыт не хочу выходить, пока халдим здесь. Они, возможно, на третьем этаже гуляют. Приближается газ. Отмечаю новую. Можно ликвид взять. Да. Я вот это и хочу. Вместе со мной двигайся. А вот и цель. За работу. Ух ты, нихуя ж себе.
патроны снайпер кром. Здесь крупный калибр. Просто посмотрим отсюда. Ну там бой какой-то идет, трассеры летели. Чекаем спину. Тут нам хотите к нам эти челики не поднялись. Я спину, но посмотрю. Блин, зона такая неприятная, конечно. Машина? Вот я ж тебе говорил, они сейчас будут выезжать. Вы в безопасной зоне, остерегайтесь врагов. Блин, у нас. Пошли потихоньку будем двигаться. Они выйдут через этот, через левый вход. Мы их не увидим. Мы увидим их. Они будут сейчас от зоны погибать, они должны будут направо крутить. Это они не совсем дураки. Видишь, они сейчас... Угу. Они застряли, они, скорее всего, сейчас от зоны сдохнут. Воу. Над нами вражеские попала. Блин, нихуя не вижу. Гоу, к пожарке продвинемся. Вот здесь. Меняю позицию. Гоу, по ней стоит черик. Можем принять сейчас. Ой, бал. Машина. На нарывал. Так, нашел армор бокс. Ты дверь открыл? Да. Возможно, банки есть черики. По-любому красные есть. Так, ликвид забираем и возвращаемся по тому же маршруту. Концентрация газа повышается. Справа сейчас у нас чистая. А, блядь, ликвид он в вышке. Хорошая работа. Вышка? Да, я сейчас вышки ликвид заберу. Посылка с комплектом уже в пути. Я заберу. Угу. Так, у меня кластерка есть. Полетели на магазин. Выкинул тебе бабки и за ней одну бэпку и одну на потом. Запрос на разведку с воздуха. ППЛА входит в район операции. Тут сидит. И соседям поставь метку. Мы сейчас идем к кемпу. Осторожно, газ приближается. Я тебя жду. Передвигаемся вместе. Угу. Тачка. Тачка вышла в кемпе. Подстал, внимание, у ППЛА топливо на исходе. Иду на базу, надо заправку. Давай пошустрее, Романыч. Да, иду. Чекаем кемп на наличие седаков. Ступен пауэр у тебя заряжен, значит мы должны размотать. Да. Подгузничек тут есть. Мы сейчас сможем, кстати, вот этих челобасов закрыть. Да, кстати, они прибегать же будут. Если... Надо закрывать слева. Да. Со мной прочекай до конца. Прямо сейчас. Чисто. Сейчас будут бежать. Там еще тачка. Ну, уже стрельба. Безопасная зона сместилась. Ног. Дай сюда кластер. Союзник да. Тачка вышла у меня. Иду. Так держать. Тачка у тебя вышла. Синий маркер тачка. Вижу. Сломал. Побил. Найс. А того-то так добил, а нет? Не дотёк, нет. Нет.
так, могут сейчас сверху челики прийти, надо вверх почекать. Нет, сверху никто не идет. Кластер куда-то мимо нас. Здесь у нас челик. Не туда. Ему въебывают там. Мы можем сейчас место от этой тачки занять. Давай сейчас подожди. Поймем, что да как у нас. Зона идет. Еще одна тачка есть. Нокол в тачке одного. Гранат два. Зона идет. Да, два в тачке, дружище. Но один еще в тачке остался там. Смотри, он будет пытаться занять позицию над нами. А синие чалики-то? Смотри, чтоб не задавил. Да, все. Он по нему работают, по нему работают. Да, вот отсюда. На моем маркере. Нокнул. Доел. И сверху по нему стреляют еще. Давай жопу почекаем. Следуйте в новую безопасную зону. Я бы подаю. Вопрос на разведку. Хотя, с воздуха. ППЛА входит в район операции. Вдоль зоны пока чекаю. Есть вот здесь один. Угу. Меняю позицию. Ты пока сам, я сзади да, смотрю. Да, ему пармару. Сзади посмотрю. Он бегает с РК, он будет жестко хитмаркерить. Угу. Приближается газ. Внимание, у ППЛА топливо на исходе. Иду на базу на дозаправку. У нас один над нами. Четыре человека, два сорника, Ром. Угу. Я похожу. Зону идет. Я попробую снизу почекать. Снизу тут должно быть. Со мной. Я слева смотрел вдоль. Да-да-да. Я слева смотрел, никого не видел. У нас вот здесь, в принципе, такой лайтец. Вот они ебутся, что один остался. Давай. Потихоньку, потихоньку, стоим тут, стоим тут. Его сейчас выкурит. Я его вижу. Да. Я нарвал. Усю. 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 Молодец. Молодец. Да чё, блядь, я бегал. Балластом. Кек. Да. Красавчик. Ветель, красава, брат! И всё, так, да. Джи-джи. Джи-джи. Скриншот не забудь. Скриншот? Подожди. Да. Давай ты там 7 киллов для нашего. Джи-джи от джи-джи. Хе-хе-хе, складно. Так, а нам ливать или нет сейчас? Так, я, пожалуй, войс замутаю, а что они там орут там так громко. Не, тихо. Ты ливнул или остался? Да, остался. Моя мать сейчас прогресс написано. Он должен сама, по идее, вывести. Ну, по идее, да. Все вывели. Ну пока что лайтово как-то было, да? Или же челики еще не понимают. Ничего не понимают. Ну тут на самом деле люди такие какие-то странные. Ну да. Ну это может первая катка только. То что. Так, я думаю. Теперь вы лидер команды. Пока не заджонится. Ну сейчас они там посчитают. Что-то сделал. Так, 8 элимов у нас. 8 на 2, 16. И плюс 10 за победу. 26. Ну это заебись. Это заебись. Расслабончик. Жижа. Бля, как я челика со стопинг пауэром не убил? Хз, я по нему стреляю. Хитмаркер, блядь. Хотя, блядь.
Сейчас нас прикинешь, играем. Да, все равно хочу на тебя. Я на тебя джойнюсь, к ним залетаю. Так, я заджойнился по четвертый. Угу. Пошел курить. Да. Не, ну слышишь, вертолет с пингом сбивать со снайперки, это, конечно, вообще жесть. Да, это жестко. Ты не скинул скриншоты? Раунд один скриншот. Сейчас скину. Я только на компе его сохранил. Какая же хуйня. Да, это жестко. Бля, у меня чел, то есть я стоял не в префайре, ну, в ADS-е стоял уже, когда чел выходил. Он у меня под конец обоймы только умер, блядь, свала, это пизда. Да, 150 мс. Да, 180. Ну это еще повезло, в принципе. Могло бы дальше и больше. Могло бы без хуймы вообще дропать. В принципе. Как чел скриншот скинул, у него имя там имени нет, блядь. Yeah. Не видно. Второй раунд. Хоба. У тебя же стоит усиление высоких частот, да? Угу.
Слава богу, у меня есть опыт игры с хайпингом. Чего времена, когда Вов бустил на НА. У меня тоже, но для меня это, блядь, обычный пинг. Хотя нет, это чуть выше, блядь, чем обычный. Но по ощущениям, что там хуйня, что тут, блядь, если честно. Что то хуйня, что то хуйня. Да. Только вперед, только победа. Хе-хе, бой, ебой. А лобби закрыто. Распродажа на ПК. Уф, распродажа на ПК. Кайф. Джон лобби. Не. Сейчас приду. Че, 19 выход, 38 points, 19 kills. Что ты говоришь? Да там кто-то пишет, что у них 19 киллов. Ага. Че ты, блин, ебать. Да. А да, скриншотик надо. Дай пиздец. Там все на там на челиков пиздят, блять, с шотганами. Себя в порядок. О, у меня пинг 168 уже. 141. Нормально. Приближается вражеский солдат. Самолетик. Трейн. Короче, возможно, сюда будем падать. Сюда? Ну да, еще контракты появятся. Ну слушай, если судить по предыдущей карте, то по краям зоны, скажем так, очень мало падало. Так или иначе. Ну это уже не наши проблемы. Так, здесь лука есть. Здесь есть. Возле госпиталя есть лук, как плюс вертолет.
Давай полетим, сейчас посмотрим, сколько выйдет. На милитарке нормально так глупо. Короче, милитарка, трейнстейшн, госпиталь. Боец, отметь точку высадки для команды. К вам приближается газ. Следуйте смотрим, короче, безопасную зону. Вышел один, два. Два склада, три вышло. Да хуя вышло. Возможно, на милитарку сейчас полетим. Ну, вот тут. На квале есть. 20. Был милитарку. Летят на милитарку. Да, дохуя. Склада 2 еще или 3. Его. У меня чел? Бегу. Двое, один в говне. Блять. Сражайся за свою свободу. Иди смирно, скоро ты выйдешь отсюда. Если ты победишь здесь, то вернешься на поле боя. Но если проиграешь, на этом твоя битва. Время заслужить. Ага, понял, ебать. Тебе тут надрали задницу. Ты возвращаешься обратно на базу. Команда может заплатить, чтобы вернуть тебя в игру, если у них есть средства. Чё? А у меня еще тут склад. Меня заметили! Падлы. С дробашами залетают. Хорош. Полутай что-нибудь другое, не? Все. Да, я вот думаю сейчас. Типа, там мясо какое-то беспонтовое. На ТВшке я пошел тебя резать, месье Романович. Да, давай. Красавчик. Красавчик, дядя. Так, потому что какая-то хуйня, по-моему, была у тебя. Я пока почекаю. Это такая штучка. Так, сейчас пойдем вот сюда. Я иду туда. Я уже выдвинулся. Пока никого не видел.
Романович, давай тогда дуй ко мне. Да, конечно. Пипегу выкинул. Вел дробить пока. Ты тут все лутал в этих домах? Да, да, да. Двигаемся сюда. Не туда. Активная защита установлена. Пару арморок выкинул. Нашла броню. Так, я влево, в дом, ты правый. Над нами вражеские попола. Да, удал? Да. Провален, отходим. Так, пошли вот сюда. Обнаружен контракт. Нет, на врут. Сюда сначала идем. По чекам в палатках. Вот эту всю санину. Потом двигаемся туда. Да, бабки много. Нам надо бы сейчас главное селфаки взять. На вас охотится команда противника. Не расслабляйтесь. Они есть, хорошо. Так, я селф нашел. И нашел дерьмо снайперку. Пошел длинно лутать. Максимальный гейм awareness, Ромыч. Максимальное внимание сейчас к игре, потому что у нас ликвид. У нас оружие говно. Еще арморка здесь. Нашла броню. Над нами вражеские попола. Еще арморка. Нашла броню. И еще арморка. Арморбокс есть у меня. Слышу. Пока не трать. Так, поедем сейчас обнаружен на реквит. Контракт на ликвидацию. Сейчас я почекаю, есть ли лупка поближе где-то. Лупка, лупка на ТВ-шке есть. Обнаружен контракт мародер. Можем на ТВ-шку смотаться. Можем. Ну так-то у нас полкарта еще не лупана. Так, я сейчас поставлю защитку на карту, на тачку. Поедем на ТВ-шку. Там дрон-разведчик был, сейчас дрон-разведчик возьму. Чел упал, по-моему, дальше ГУЛАГ. Или что-то было. Комплект 120 метров. Забирай меня на тачке и поехали. Я по внешней стороне работаю. Ладно, сейчас выйду. Внимание, газ. Там тачка едет. Едет, 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 едет. Ладно. Там тачка лутать, комплект сейчас будет. Тачка на нас едет. Нок. Сломал одного. Впереди сломанный за деревом. Я сломаюсь вот здесь. Иду туда. Смотри. Уже нихуя, блядь. Я буду хилить сейчас. Я хилюсь. Не вижу никого. Вижу. Я хилюсь. Давай. Ну там смотри, хуярит. Дал ему пару морок. Сейчас перезаряжаюсь, кидаю на него станку. Устанавливаю отвлекающий. Кракнутый. Он вниз прыгнул. Снес, да, я вижу. Поедал. Хорош. Я пошел вот так в хуйню. На пластинке. Ну да. Так, я взял АМАКС и R9. Так, на ТВ-шке лупу забрали. Там ресы дальше или что-то? А, нет. Ёбка, на ТВ-шке, пойдём. Не туда. Подсосёмся. ГУЛАГ? Пошути стрелял.
треснуты. Поднимемся сейчас на крышу ТВшки, оттуда будем работать. Угу. Вот тут подъемка. У нас на крыше ТВшки чел один. 25 метров над нами. Метр справа. Со мной поднимайся. Над нами вражеский БПЛА. Я в свинье, поднимайся. Они контролят. А, можешь поднимай. Сейчас помогу. Хорошо. Вертолеты снабжения уже в пути. На борту редкий груз. Они только тут смогут подняться. Аккуратно просто расстреливаем. Под нами будут вот здесь. Угу. Меняю позицию. Восемь метров. Прямо под нами. Угу. Ранили. Один под домом. Кидаю гранату. Дожрал. В доме дожрал. В доме есть еще. Под нами вот. Два рыла. Да, правее где-то. Прям под нами сидит. В руме сидит. Приземлился кто-то? Где это ты был? Я арморбок скинул, потому что у меня 4 армора было. Но эти не вылезут, они будут сидеть. Единственный варик это пробовать их через дырку сейчас пикнуть, вот тут. Нам надо. Хотя... Тридцать шесть метров. 15. Они смещаются, по-моему, двигаются. Да. О, еще взял. Вот здесь. Меняю позицию. Возможно, бля, они будут пытаться через жопу подняться. Ну, я здесь. Тоже не упал, на самом деле. Парашют упал. На себя упал отсюда. Отсюда упал. Сейчас будет пытаться себя лутать. Там лазер светится в доме. Значит, там его дружане. Угу. Нок. Доруинить не сможешь? Надо, зачем? Я не вижу его. Челики зашевелились 45 метров. Тоже сзади. Топают, поднимаются. Или нет? Тут можно подняться? По-моему, нет. Ну, они тут бегают что-то. Подо мной прям идет. Да-да-да, они топают, бегают тут. Над нами вражеский БПЛА. У нас здесь корона. Цель, прямо здесь. Концентрация газа повышается. Следуйте в новую безопасную. Так, мы можем зону. На вертолете съебаться вот сюда. Я иду туда. Да, они правее у меня тут где-то. Тебе на тачку сели. У меня топот. На улице? На улице. Контакт! Они же на улице, да, бегают? Да, нет. Подо мной. Ассист надо. Хилюсь. Одного уебал. Так, я вниз прыгаю, ты мне нужен будешь на вертолетике. Давай, я спускаю вертолет. Я просто его спущу. С окна по мне стреляю. Второй этаж. Он съебался второго. Ну он там вот с окна по мне работал. Полетели. Прицелим? Да. Я буду пассажиром. С горы. Бля, будем пизда. Прыгать, помощь. Машина. На крыше нас будет. Мне пизда сейчас будет. Прыгай. Пятьдесят метров слева. Я тебя понял. Я херюсь поднимаю. Да, это машина была. Наверное.
Вот тут чел. Контакт! Угу. Бля, вот это все. Там тачка едет. Пизда косая. Нокнул. Тачку. Жрал. Соседнее здание чел. Да ебать, оказывается. Это 4 метра. Ну это этот в машине, который. Он с короны. Корона. Уезжает. Вырубил транспорт. Попал по нему? Он слабый должен быть. Есть патроны на R? Немножко хотя бы. Вижу. Сломал. Еще дал шот ему. Патроны на R-ром. У меня сапсот. У меня на ПП, я... бля, так у меня на ПП. На R. Мне да на нет. R. Даже. Все, забирай остальные. Так, чекаем зону отсюда. Да то, у нас челики, челики были. Да. Предлагаю сейчас направо перелетать. Противник высаживается прочтись в районе операции. Да, прям близко. Выбал его. Так, челиков слева не вижу. Ждем пока. Вертолет вижу летает. Ну, эти так должны идти. Я пролетел на горку. Давай. Давай, двигаемся здесь на аккуратничек. Вот там вот ты стреляют, вот там пока стреляют где-то. Нужен... Так, нужен пока магазин, нужен селфи и ППК. С полевой стороны можно попробовать закрыть чалов. Можно. Где-то они там были. Этот магазин ультра опасный, на него прям вообще такое сети, но. Ну да, потому что там челики еще только что выебались. Она же еще тут был с короны. А, вот, вот чел, чел, чел. Я иду туда. Там бежит где-то. Сломал. На метке бежит. Нок. Газ рядом с вами. Безопасная а ему пиздал, там за зоной умрет сейчас чел. Жрал. У него селф был. И он куда-то стрелялся наверх. Да. Так, аккуратно к самолетику подходим, от самолета смотрю. Если он с кем-то стрелялся, значит там кто-то еще есть. Логично. Так, попробуешь ты скупиться? Или давай прикроешь бабки меня? Давай бабки. Выкинул бабки? Возьми бэп сел. Сначала бэпку даешь, потом сел. Я посматриваю. Я почекаю. Ром, шустрее. У нас 13 секунд по таймингу. Запрос на разведку с воздуха. И селф, давай. И мне скидывай бабки. Все, скидывай бабки и уходи. Бэк лагает. Все, поехали. Границы безопасности. Двигаемся по вправо. Угу. Мы знаем, что у нас вправо чисто. Двигайтесь в безопасную зону! Внимание! У БПЛА топливо на исходе. Иду на базу на дозаправку. Вертолет. Где? Далеко, далеко который вот тот? Да. Вражеская вертушка! Так, сейчас перепрыгиваем забор. Оп. В бункере ебутся вот там. Не туда. Мы сейчас под заборчиком идем. Вы куда прохнет? Отмеченный район и защищайте его. Так, у нас могут быть в доме, типа, и справа. Да, они могут, блядь, везде тут. Да, тут снопа мне пригодилась бы. Короче, мы знаем, что в ангаре есть. Стреляют по вертолету с леса там откуда-то. Так, я почекаю дом. Я по разверстику. Со мной. Ну.
внутреннему будем двигаться. Концентрация газа повышается. Следующий нужно снова на горку подниматься. Зону. Подъем будет опасно на горку здесь. У тебя пластин много? 8. Я дай парочку. Посылка с комплектом уже в пути. Лодаут. Лодаут, конечно, подгрыз бы, но нельзя. Слишком опасно. Так, а мы тут не поднимемся, походу. Да. Мы тут не поднимемся. Ты хуёво. На лодауте. Не-не, это дальше немножко. Вижу чел, вот здесь. Не туда. Пошли налево, закрывать их будем. Прям сейчас дорогу перебегаем. На ультра аккуратнее еще. Он на этой горке танцует. Угу. Может спрыгнул вниз. По датчику не пингуется, он гост. Аккуратно. Да, вижу. Я иду туда. Залево. Где он был? Левее ушел. Иду! Отставить последний! Спрыгнул, скорее всего. Да, пикает. Не пикай. Под обстрелом! Хилься. Я спрыгнул. Nice. Уебал его. Уебал, вайп. Так, я гаста буду сейчас брать. Нужен будет кавалер тебе. Я его полутаю. У него. У него пятка пойдет. Потому что у меня дробик был. Дробик бессмысленен. Так, у нас в бункере есть типы. Да. По-любому. Контракт отменяется. Цель недоступна. Да, они уебутся там. Пошли подсветимся немножко. Чисто так, на лайтах. Концентрация газа повышается. Следуйте в новую безопасность. Вы вошли в десятку лучше. Его уебали. Он один слева, по-моему. Я не пошел с тобой. Одного уебал. Еще в бункере есть? Не знаю, не видел. Да. Под обстрелом! Не дай заруинить, я стал под собой. Просто не дай заруинить. Он идет. Да. На вас вся надежда. Вперед, к победе! Живи. Да мне пизда, обе. Тут сквозь, блядь, камень хуета летит, блядь, какая-то. На этот раз враг победил, но мы еще вернемся, чтобы довести дело до конца. Скрин делаю. Осталось всего пятеро, доведите дело до конца. А что, ты по нему попасть не мог или что? Я? Да. Ебать, у него 13 киллов. Угу. Не мог. А он меня сквозь камень, блядь, хуярил. Не, ну он меня сам как бы перестрелял еще, да. Ну у него 15 киллов у челика, ебать, у этого. Интересно, ебать. Ну так, и скриншот раунд 2 надо будет. Лов, пиздец. Сколько ж у них килов, интересно, вообще? Бля, да дохуя, походу. Хотя тут мертвый был по долгое время.
ладно. Репорчу вторую игру. Так, мы топ-5, да? Да. Создали. Не, забей, конечно, сложно перестрелять такого челика. Может, кило будет лучше регать. Сейчас потащу кило. Сейчас быренько его соберу. Сейчас за Джайн. Что ты говоришь? Джайн. Тоже заполнено. Зод летаю. Ну ебать, что... Сейчас посмотрим, что там мимо. Бля, ну нам надо вот эту сейчас заебись отыграть. Типа, у тебя что-то киллов дохуя. И плюс в первой катке это был ластовый чел. Походу. То есть второе место, и хуй его знает, сколько у него киллов было. В любом случае, молодчага, нормально. Бля, сейчас постараюсь получше не дохнуть. Блядь, сразу, сука. Ну, там типа... было бы хорошо, если ты меня прикрыл. Там, а я там... Я хуй его знает. Он флексит пизда, блядь. Я стреляю и хуй. Он просто сквозь камень, блядь, меня прошивает. Я не ебу, блядь. А у тебя есть билд на, допустим, Амакс МП5 сейчас? Ну, Амакс... Да. Вот попробуй с ним побегать. Потому что снайперка, ну, херово, скажем так, регает с таким пингом. Ну, я не думаю, что у меня, блядь, это будет лучше. Ну, давай я возьму, не, да. Ну, по крайней мере, данная ситуация, если у тебя, допустим, тот же Амакс был бы, ты бы смог подавить этого, типа. Так, потому сейчас. Что он же вплотную побежал. Не, с Амаксом, ебать, он бы хуй вышел бы. Там, хоть даже с хуёвой регой, он бы, типа, это, ну, уже так не выходил бы. И да, я с Амаксом сейчас тогда поиграю, реально. Final round. Проверьте снаряжение. 15-9 у них. Да дохуя. 15-9. Нам надо эту выигрывать по-любому. Бля, ну что ты хочешь, чел бегать с пингом 27? Да. Кила и этим, и R9. Ну-ка, а у него я вообще стрелял, блядь? А, ну да, я стрелял на не в него. Я понял. 176. Похуй, да. 150. Да, хуже. Понимаешь, опять же, мы не можем играть агрессивно из нашего пинга здесь. Да, только, блядь... Я хуй, ты даже с таким пингом первый начнешь стрелять в чела, ну, он развернется, ебать, да. Да, он 5 пулек тебе даст, и все, как бы. Чао, пока. Я просто пинг в 6 раз выше, чем этого типа.
да? Спасибо. Так, чё, кого? Уп, да, хуя. Отметь точку высадки для команды. Внимание, приближается газ. Следуйте. Я дальний помечу пока. 43, да хуя ушло. 39, очень много ушло. Можем на супер быкануть. Хотя не, не стоит слишком. Супер дорого. Вышло тоже. Аэропорт? Да, получается, два аэропорта. Но с нами будут тоже на аэропорт, который сейчас вышли. Да, летят уже. Я с собой вместе. Я с тобой буду двигаться в пизду. Тут все по парам. Уничтожьте все цели в районе операции. Ящик снабжения отметен. Захватите его. Ну, одна дуло минимум тут у нас. Пушка. Тут ручной пулемет. Пошли на лупу. Не отставай. А чё так мало людей? Хуй его знает, но уже поумирал, походу. Да не может такого быть. Некоторые поливали просто. Цели обновлены. Выдвигайтесь дальше. Смотри, аккуратно, эти типы где-то приземлялись на самолеты, так что они, возможно, будут перед нами сейчас. Понимаю. Контракт изменился. Обнаружена новая цель. Так я сенсор нашел. У меня еще есть пресижен, если что. Пожалуйста. Угу. 200 челпинг ганулся. Не туда. По датчику не пингаются. Тихо. У нас. У нас, Ромыч. Ромыч, Ромыч. Бля, один без хп, пизда. Ебал? Хорош. Слушай, пожалуйста, звуки, Ромыч. Если ты победишь здесь, то вернешься на поле боя. Но если проиграешь, на этом твоя битва. Время заслужено. Иду. Хорошо. Готовься вернуться на поле боя. Выкинул 5 арморок. Вот здесь. Нашла броню. Пошел лук, да, туда доберу. Сейчас тебе пропнут бабки еще. Тут еще подгрызник. Снабжение найдено. Хорошо броню. Поработали. Так, я пошел ладаут вызывать. Граница безопасной зоны смещается. Посылка с комплектом уже в пути. Патрона надо, блядь. Патрон. У тебя есть патрон на эшку? Или пойдем полутаем? Не, нихуя нету на трупах. Хотя ладно, еще налутаем. Так, я реквит возьму. Скинь бабла, я бебру возьму. Стой, бей. Я выкинул. Цель на ликвидацию отмечена. Убейте ее. Можем сейчас черика пойти принять. Иду туда. Добро дам? Ну, в принципе, можешь, у меня есть. Запрос на разведку с воздуха! ППЛА входит в у нас черик есть на крыше. Поднимемся постреляться? Конечно. В теории мы успеваем. Аккуратненько. Я за тобой.
Они вниз прыгнули, по-моему. Они по этому гуляют. Давай, 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 давай. Иду. Внимание, у БПЛА топливо на исходе. Иду на базу на дозаправку. Где-то вот здесь. Не туда. Так, обновлю. Над нами наш БПЛА. Они, скорее всего, на первом сидят. Топают? Нет. Угу. Сейчас будем аккуратно расстреливаться, Романыч. Метр один слева, другой справа. Выше этажом. Не торопись. Один прямо ушел. Другой на другой справа. Не дальше ходит. 36 метров, один. Один вот нам левого. Да, пойдет. Нам левого надо закрывать. Левый ближе. Он идет сюда, по-моему. Слева нет, он две уходит. Сзади! Да, я хилюсь. Тот съебается. 28 метров справа у меня где-то. Арморки тут есть. Пошли на магаз, я салфак возьму. Он пушит, пушит. Слышишь? Пушит? Да, okay. 9 метров надо мной идет. 48 метров. Только что 8 было, сейчас 48. Забей. Влаг, блядь. На. Возможно, на крышу поднялся. Так, на бабке. Внимание, ваши координаты отслеживает вражеская команда. Да. Время выполнения контракта истекло. Мы потеряли. Так, угроза 2 у тебя, кстати. Бабку ты давал, да? Нет. Дай. Запрос на разведку. Ага, понял. На крыше. Залево. Да, эти жесткие, по-моему. Нам отсюда будет тяжело с ними прикасаться. Это, кстати, вот эти бедланы. Да, да. Тихо. Ну, внимание, ходить. У БПЛА топливо. С ними нельзя пикаться. Внимание, газ. Там еще один склад подходит. Спрыгнул. У них. Спрыгнул. Куда? Левый, левый, левый спрыгнул. Ног. Убил. Блядь, мне левый. Слева. Я хилюсь, я хилюсь. Над нами вражеский БПЛА. Он идет ко мне. Ко мне идет. Убил. Найсу. Все, вайп. Это, по-моему, кстати, они. Это был профессор Ляк, не это другие. За профессор Ляка, если вы его убьете, что-то там наговорили. Что-то там дают. Опа, мне слева дают. Откуда-то отсюда. Нашла пистолет. Слева? Да-да-да. Со скопы. Тут ладаут лежит, походу, полтора ладаут. Крыша. Понял тебя. Это ебаный пистолет. Перебегает выше. Может, съебемся отсюда? Да? Да-да. Так вся позиция, бля, перебегает. Пошли к ладауту. У нас еще на бургере челики, по-моему. Он там пикает. Вот аккуратно, надо перебежками. Перебегай, я смотрю. Давай, смотри, я побежал к ладауту. Я до туалета, с туалета тебя каверю. Безопасные зоны спускаются. Сейчас, брат. Я селф наш. Тут селф есть. Я перебегаю. Есть медкомплект. Ебать, он больно мне сделал.
Аккуратно. И меня. Я хилюсь. Стелф не забудь поднять. Я взял, да. Нокнул его. Найс. Я подниму. Поднимай. Заползай. Вон он. Сейчас поднимай. Помогу. Так можно. Блять, какая же отвратная рега, пиздец. Блять! А это кто? Это кто, блять? На тишке. ГУЛАГа нет. Ну это Unreal. Враг победил, но мы еще вернемся, чтобы довести дело до конца. Не, очень сложно с таким пингом, это пиздец. Так, какое у нас место по итогу? 16-е. 16-е, да. Скрину. Может, прокнет это на освобождение с ГУЛАГа, посмотрим. Не, ну это, конечно, кринж. Тип меня с кило передамажил, ну, за счет пинга. Хотя он кило никак не передамаживает, а Макс. Но да. При том, что я стрелял лучше, я его нокнул. Например, и того, что пинг был, нокнул он меня. Ну. Игра про пинг. Больше степени. Ну, а может у меня такой пинг какой-то, типа, 23? Охуеть. Когда-нибудь я буду в своей жизни играть с таким пингом. Когда мне, может, лет 40 будет. Я к тому времени еще в игры буду играть. Ну ебать, там вот у вот этого профессора они вторые идут. У них 50 этих, блять, ПТСов. И вот эти вот как раз 23-20. Да-да-да, на сайте посмотрю. Ну то есть мы уебали второе место, а не на втором профессор. Вот этот вот. Это когда мы их уебали? Да, но ты в ГУЛАГе проебал одному из них. Carnage, по-моему. Или это не он, хотя хуй знает. Карнейши — это те, которые в прошлой карте были. Ну, профессор. Профессора мы уебали. Это вот второе место было как раз. Но у них по киллам, типа... Дофига киллов. Тоже посрамимся.
Да. Скажи, орешь, если будет, да. Ага. Сложнее с ГУЛАГа. Поставьте для меня место. Иду! Отставить последнее! Ранили! Иду! Отставить последнее! Иду туда. Забудьте. Меняю позицию. Я иду туда. Я на месте.
Ага. Сейчас помогу. Здесь пистолет-пулемет. Контакт! Кто, по идее, вот на Европе играет с хорошим пингом? Немцы? Да все, кто, блядь, в Европе живет, по идее. У них же, ну, Европа, она же маленькая. Типа, ну, типа, там... я смотрел, просто, допустим, вот у меня есть знакомый, который именно мультиплеер профессионально играет, который мировые рекорды ставит. Вот он играет в Warzone сейчас, у него пинг там что-то 37-40. Да, но единственное, по-моему, у итальянцев и испанцев может быть хуёвый пинг. Потому что там интернет вроде... В Испании вроде интернет хуёвый. Вроде бы как. Я знаю, что у немцев охуенный пинг. Ну да, там, блядь, на серверах сидят, что ли. Потому что в основном же идет, по идее, распределение серверов на Амстердам и на Франкфурт, да, везде. Угу. Да. Ай, блядь, в лицо словил. О боже, какой овощ. Как же он стреляет. Ну, за предыдущую катку обновилось, мы на втором месте. Пока что. Кеква. Осталось 10, еще немного. Нет, это не за предыдущую, а за это обновилось. В смысле, хочешь сказать итоговую? А, за эту? Мне кажется, две посчитало только. Че у нас 16-й пост? Под обстрелом! Но мы второе место уебали в этой катке, как бы. Хотя хуй знает, сколько у них киллов было. По идее, нам только их обогнать, все надо было. Дело дрянь. Найди медсредство. А, ну вот, это видите. Карнейдж это этот, по-моему, с профессором, который на втором, да? А, на первом, да, Карнейдж, да, на первом месте, который... Отмечаю цель! Так, игра, можно мне уже переключить на следующую игру? Я уже полчаса жду. О боже, тип с HDR-кой на Айлбилити. Нормал, да. Лол. А в кастомке можно на третье лицо переключаться. Как? Нажми В. В? Да. Нихуя. О, колба от третьего лица. Нихуя. А, Е третье лицо. Бля, прикольно. Фи. А если за своим наблюдаешь? Тоже можешь третье лицо, можно. Ну это типа имба тогда. Скадупс. Короче, хуй пойми, чё сейчас будет. Нам главное же, если мы профессора вот этого уебали,
а мы их уебали. Если у нас скиллов больше, чем у них, тогда заебись. То мы вторые, наверное. Но это не точно. Меня прикалывает прайзы с первого места $100 и пицца от нашего генерального спонсора. Второе место $50 и третье место a whole lot of love and respect. Да-да-да-да. Так, а ты скрины ты сделал? Ну да. Третье. Ага, да. В третье. Central Rock on Neutron 3. Сейчас надо посмотреть, где этот доктор. General. Мы сейчас на суперстор дропаемся. Да? Ух, сейчас. Where we all drop at суперстор. Сейчас будет мясо. Да, это. Это да. Они создали, не? Еще нет, вроде как. А, создали. Так. Че, супер-то. И с супер спингом 150, блять. Погнали. Ебой. Не, я же говорю, если бы не пинг, то мы могли бы играть агрессивно. Ну да, это 100%. Ну типа, блядь, с пингом 150-180 сложно играть агрессивно. Точнее, можно, но, блядь, чревато минус ебалом. Причем я тебе скажу так, что зачастую такое никогда не случается, когда ты с типом айр на айр нокаешься. Ну вот да. Снайпинг, ты еще можешь нокнуться, а айр на айр ты никак не можешь нокнуться. Ну тут, блядь, можешь. Ну, тут да. Я играю с прекрасным пингом. Ну везет тебе, ведь везет. Парам, час 27 еще. Ебать, там чел на телефон свой, блядь, монитор, сука, спал. А тут их дохуя, ну, кто-то так делает. Это просто ультра-интеллект. Господи. Я балдю. Ну шо, о, на суперстор. Кайфовать. Кипс. Разомнитесь как следует, скоро начинаем. Ну шо. А мне сейчас еще после притча эти говно жрать в колдборе. Ты спать будешь ложиться, или нет? Да хер вам. Не знаю, с 9 до 10 часик после пока работа отключим. Не. Он заимался. Приближается вражеский солдат. Разминка окончена. Ждите отправки в Warzone. Бать, сейчас будет мясо. Да. Че, куда пойдем? Куда? Е-160 МС! 176. Ну пиздаю, а. 12-14. А у тебя сколько киллов было в предыдущей? Королевская битва. 4, по-моему. Боец, 4? Отметь точку высадки. Ебать. Для команды. Ау. Избегайте газа, доберитесь до безопасной зоны. Нас уже посчитало или нет? Что я нихуя не понял. Да в смысле, блять, Ромыч, третью игру давно посчитал. Да? А.
пизда. Ну, третье место. Вау, блядь. Прицель. Полетели, полетели. Смайна есть. Прямо над нами. Здесь, то вернешься на поле боя. Если ты знаешь, боец. Мне. Задрали задницу. Ты возвращаешься обратно на базу. Воу. Если у твоей команды есть свободная наличность, они могут заплатить за твое возвращение. Гречем. Хули ты дурак в руме сидит? Эта же гадка не в зачет идет, я к тебе падаю. Нет, нет, у меня типы. О, господи. Мне худо еще делать.
Так, накидал ему на тачке, прям в говнине. Идет рейдить. Противник отмечен. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Ой, блядь, я застрял! Понял. Я не знаю, это либо тип с очень жестким моим ассистом, либо он с щитом. Я прям увидел, как у него прицел снайпнулся на меня. То ли это из-за лагов, херово. Ну, повтор, может, багованно. Херово. Блять, игра, выпусти. Блин, на самом деле они, кстати, могли бы просто мини-рояль запустить. Mm-hmm. Просто выход. Ну да. Ебать, на такой круг. 10 команд. Давай, ладаут. Отмечаю контракт вылазка за припасами. Ебать, всраться, тут ладаут. Давайте, пока. Приятных снов. Я сяду за
Тут, скорее всего, чело-монстры сидят. Может, на комплект? Да, вот ага. Я поведу. Ебать, 700 метров. Так это шкатка, вроде, не в зачет, не? Это просто бонус. Ну, окей, ну а что ты хочешь в говне сдохнуть или хотя бы сладал? Сладал там? Так а хули такое настроение, я не понял. Чё? Хули такое настроение, я не понял, Романыч. Хорошее настроение. Причём кто-то... Над нами вражеский ППЛА. Внимание, ваши координаты отслеживает вражеская команда. What the fuck? Опл. Пинг 20, чел 49 на геймпаде. Это на геймпаде еще чел. Забей. Я понял, бля. Разъебал. Что пока? Погнал работать. Тебе доброй ночи. Давай, дружище, спасибо за игру. Пока-пока, Веталь. Да. Да. Так, у меня тут сколько времени? Ложится спать или не ложится? Что-то время 10:30. Или не ложится? Ложится, не ложится. Так. Что-то я не знаю даже. 10:30. Ладно, что, ребят, давайте спасибо за компанию. Не получилось не сразу, маленько. Вот.